Всем привет, добро пожаловать на канал. Решил подключить вот к этой небольшой внешней антенне, к йотке на двухметровый диапазон, радиостанцию Куаншэнг ТГО-2+. Для чего этот тест я хочу сделать? Хотим проверить и сравнить другие радиостанции по приему. То есть здесь в беседке будет внизу находиться радиостанция Куаншэнг, подключенная к этой внешней антенне с минимальной мощностью. Я буду выезжать с другими радиостанциями, с одинаковыми антеннами. Буду слушать эту радиостанцию, которая здесь будет передавать отсюда. А я буду на минимальном сигнале пытаться определить, какая из этих радиостанций будет лучше всего принимать. Нашел место, приехал в поле, где минимальный уровень сигнала у нас. Начнем с радиостанции тестирования. Три штуки с собой. Вот два Куаншэнга и, соответственно, ЕСКА FT70DR. Сейчас я включусь на прием на двухметровом диапазоне на Куаншэнге плюсовом и послушаем. Оператор будет до 100 считать, и за это время мы успеем проверить, я надеюсь, все радиостанции. Видим, принимает плюсовой. Так, включаем без плюса. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. И теперь ЕСКУ. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну и еще раз Куаншэнг, что-то у нас на ЕСКе слабовато. Мне больше почему-то плюсовой нравится. 58, 62, 63, 63. И без плюса. 58, 69, 71, 72, 73, 74. Ну и для контроля еще раз ЕСКУ включим. 86, 86, 86, 86, 86, 86. Очень много шума почему-то в ЕСКе. Как действительно сковородка там шкварчит. 92, 96, 98, 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
сами слышали. И на плюсовом лучше я принимал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.